Ну що ж, ми продовжуємо наш ефір і вже починає роботу наша гостьова студія. Сьогодні до нас завітав джазовий піаніст, композитор Олексій Петухов. Ми раді вас бачити сьогодні в нас в студії. Доброго ранку. Як ваш настрій? Замечательно, позитивний, хороший, отличний. Це добре. Ви сьогодні завітали з розповіддю, зокрема, і про концерт, який буде відбуватись 20 листопада в Одеській філармонії. Так? Да. Мабуть, з нього і почнемо. Ну, давайте. Це ще саме, наверное, центральне событие, которое у нас намечается в этом месяце. Мы готовимся очень активно. Значит, что это такое? Нашей любимой Елены Шевченко, которая является джазоведом, ведущей концертов, нашим преподавателем. То есть это очень известный в Украине человек в области музыки, искусствоведства и джаза. Да? Ну, это не секрет, скажем, вот юбилей, да, потому что на афише так и сказано. Концерт до юбилея. Гала-концерт до юбилея. Да. И мы делаем большой-большой праздничный концерт. Значит, я бы хотел просто, конечно, так, более подробно, наверное, рассказать. Для нас это большое событие, важное. Для меня Елена Игоревна Шевченко – это особый человек, близкий человек, вот, которому я очень благодарен по жизни даже. Она мне многому научила, я как бы все-таки ее студент и так далее. Вот, и мы делаем большой концерт, и большое количество музыкантов известных откликнулось. Вызвало желание поучаствовать в этом Михаил концерте. Михаил Ксида, Роман Так, я бачу, Роман Руссо, Олег Суботін, Олексій Петухов. Так, це ви і струнний оркестр під керівництвом Олени Єргієвої. Да, так, учитывая, що це гала-концерт, це буде, звісно, дуже масштабне явление. Це буде наш одеський біг-бенд, наш училищний молодіжний біг-бенд, в якому присоединяється струнна група во главі з Єленою Єргієвою. Єлена Єргієва – это первая скрипка камерного оркестра под управлением Игоря Шаврука. Мы объединяем наши усилия, и у нас получается вот такой огромный-огромный концерт, огромный оркестр. И хочу сказать, что, конечно, мы не так часто такой состав собираем, пожалуй, только вот к таким вот очень большим событиям. Можно было бы как предысторию рассказать, что мы проводим ежегодно Дни джаза, да, в конце апреля. Мы ее проводим как фестивали. Мы делаем это очень масштабным явлением. Привлекаем хедлайнеров, и всегда участвует наш биг-бенд. Вот здесь он также участвует. И, конечно же, такие люди, как Роман Руссо, все знают Рому Руссо, с которым тоже отдельно у меня связана история. Мы когда-то много выступали, и даже мне выпала честь аккомпанировать на его госэкзамене в консерватории, на его выпуске. В общем, нас связывает давнишняя дружба и сотрудничество. Вот. И Рома также высказал свое желание поучаствовать в этом концерте. Это будет несколько треков из репертуара Фрэнка Синатры. И Миша Ксида – это молодой, очень динамично развивающийся кларнетист, который очень интенсивно набирает обороты, популярность, очень много гастролирует. И хоть хотелось бы представить звучание кларнета, знаете, вот именно вот то звучание Бенни Гудман, вот именно то вот аутентичное, я бы сказал так. Вот. И он также получается с нашим оркестром. И много-много еще других номеров. Я бы, может быть, даже сейчас не хотел бы сильно подробно рассказывать, а просто хочу всех пригласить на концерт, не пропустите, это уникальное, исключительное явление, вот этот концерт 20-го. А сколько, який хронометраж концерта, сколько это будет живой музыки на сцене? Будет много, ну, скажем, до 1,5 часов, возможно, даже чуть больше, потому что, возможно, кто-то захочет что-то там сказать, поздравить, мы не знаем. У нас есть как бы свои концепции, свои сценарии, но это сюрприз, сюрпризы возможны. Я хочу сказать, что наши концерты это всегда больше, чем заявлено. Так что всегда будут сюрпризы. Я хочу сказать, что там не все в афише указано, то, что будет. У нас будут сюрпризы. Я пока не хочу рассказывать. Ну, концерт джазовый, джаз – это импровизация, тому и сейчас самого концерта. Ну, сюрпризы, живые эмоции – это настоящие. Это все происходит только здесь и сейчас. Ну, до речи, я не знаю, готовое видео. Готовое видео. Можем подивитися зараз. Давайте мы подивимось, и вы расскажете, что это, когда это было.
Ну що ж, ось приблизно так відбувається. Відбудеться приблизно так концерт. Відбуваються концерти на сцені філармонії. А зараз ви розкажете, що це був за концерт? Це був фрагмент концерту. Це було, ми відмічали Міжнародний день джазу. Поза прошлом году, це був кінець апреля. Відмічали на сцені філармонії, було також багато артистів. І це фрагмент, парафраз на тему Джорджа Гершвіна «The Man I Love». Где мы участвовали, это был Big Band и оркестр под управлением Игоря Леонидовича Шаврука. Ну, и я за роялем, да? Вот. Хочу сказать, что в этом концерте я выступаю как пианист и как дирижер. То есть вы будете еще диригентом? Как вообще это совмещать? А как с палочкой добегти до... Без, мы дирижером без палочки. Нет, ну, иногда мы дирижером. Або за роялем. Да, да. Не, ну, у нас, конечно, есть мои, ну, ребята, студенты, которые играют за фортепиано. Где-то в каких-то местах я сяду за рояль. Но это уже наши внутренние моменты. Да, ну, так оно происходит. Да. А как вы вообще готовитесь до этого концерта? Чи вы репетировали? Очень интенсивно. Готовимся. У нас репетиции, как у нас добавляется материал, ну, довольно давно, поскольку мне к этому концерту, как к аранжировке, пришлось еще дописывать специально несколько произведений, переоркестровывать, дополняя вот эту струнную группу. То есть это большой объем работы достаточно. И он продолжается, и мы сейчас интенсивно работаем. И чем ближе концерт, тем интенсивнее и больше у нас происходит процесс репетиции. А я хотела запитати взагалі про поціновувачів джазу. Як ви бачите, чи приходить молодь, чи розуміє вона джаз, чи полюбляє вона джаз? Хто взагалі приходить на джазові концерти? Хто аудиторія, яка приходить? Я хочу відмітити, що, к щастю для мене, к радості для мене, це різні покоління. И взрослые поколения, которые понимают музыку, любят хорошую музыку, не обязательно только джаз, а вообще музыку. И также молодежь подтягивается. Ну и мы, как преподаватели нашего музыкального колледжа искусств. Вот, стараемся делать все возможное, чтобы привлекать молодежь, показывать, что это очень интересно. Сам процесс импровизации, игры — это очень увлекательный процесс. Вот, поэтому я рассчитываю, что также будет в числе слушателей большое количество детей, может быть, из музыкальных школ, детей, там, родителей. Короче, всех. Это, ну, вот как проходит дни джаза, это всегда у нас забитый зал. Всегда аншлаги, и я очень надеюсь, что в этот раз будет так же. Не менше, це точно. Зрозуміло. Ну що ж, я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про подію, яка буде відбуватись 20 листопада в Одеській філармонії. Це концерт, це гала-концерт до ювілею. Леді Джаз Олена Шевченко запрошує всіх на свій концерт за участі багатьох музикантів і співаків, серед них і Роман Русу, і Михайло Ксіда, і Олег Соботін, і наш гість Олексій Петухов, який буде, ми з'ясували, що не тільки за роялем, а ще й диригентом ви будете виступати. Запрошуйте наших глядачів. Да, ну, буде вокалістка Євгенія Дасєва, це наша одна з перших випускниць, дівчинка, яка участвувала як вокалістка в нашому бенді. Это Иван Ергиев, это очень известный баянист. То есть много-много людей, я сейчас даже, чтобы никого не упустил, хочу сказать, что, ну, приходите, вы все сами увидите. 20 ноября, филармония, большой зал, 19 часов. Будем рады всех видеть. Так, дякуємо величезне. Джазовый пианист, пианист-композитор Олексій Петухов сьогодні у нас був в гостях, і ми дізналися дійсно про майбутню подію. 20 листопада, Одеська філармонія, концерт, гала-концерт до ювілею з безлічу просто легендарних учасників зі світу джазу. Дякуємо за те, що до нас завітали. Ну, а ми продовжуємо ранок кіноглядом. Сьогодні привітаємо з днем народження американського актора, продюсера, коміка та сценариста, ще й співака Адама Дівайна. Він прославився завдяки гумористичним ролям у кіно і виступам на сцені в жанрі стендап.